Ага. Всем трем. И доброго времени суток, это канал. Лэйзи Дмитрий. И ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк. Напиши что-нибудь в комментариях. На канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, мне приятно, мне поддержка, а мне мотивация. Ну, в общем, вот и так все прекрасно знаете. А кто не знает, тем добро пожаловать. Так, стоп, тем добро пожаловать. Нафига мне им в платный? Поехали, блин, бесплатно далеко. Тем добро пожаловать. И мы, собственно, продолжаем GTA 6, GTA 5. Как вы помните, наши покупочные видео не закончились. В прошлый раз нас грубо... Нет, это что-то явно не то. Нас грубо, так сказать, прервали. Мою попытку пройти гонку была, можно сказать, срезана на взлете. Было очень грустно, печально. Я бы даже сказал, обидно. Короче, облажался я по полной программе с этой гонкой. Ёкаламана. Так сейчас мы возьмем этот мотоцикл. Протюнингуем его. Шустро, мощно и все такое прочее. Сохраним его в гараже. Попробуем с его помощью пройти эту гонку. Так, броня пусть будет. Кузов пусть будет. Тормоза пусть будут. Двигатель пусть будет. Глушитель пусть будет. Клаксон перетопчется. Фары. А чё фары? Ну, ксеноновые, ладно. Краска. Ай, да ладно. Трансмиссия гоночная. Турбонаддув. Блин, не ускорение, просто дальше некуда уже. Колеса передние. Тупо берем самое дорогое и не паримся. Так вот. Ice Shield. Ну да. Цвет колес. Шина. Что шина? А, пристойки. Дизайн заказные. Ладно, пусть будет так. Так, стоп, колеса. А, все? А что шина? Что еще? А, дым под покрышкой. Да ну нафиг. Так, а что двигатель? Да, хочу. Все, улучшили по самой неболусе. Так, один шлем, а? Спасибо. Так, давайте домой. Так, ну довольно шустро жмет вперед. Ух ты, он жмет на газ. Так, если я ничего не... Подожди, у этого товарища что осталось? Не... Ага, у него не куплено вот это. А все остальное куплено. То есть, по сути, у нас осталось только вот купить эти технические здания и потом Тревором дозакупить остатки. А Тревору у нас идут вот эти два бара. Угу, все. Ясно. Ну и потом продолжить мускулькар. Ну, я надеюсь, сегодня я справлюсь с этой дурацкой гонкой. Блин, может быть. Нормально. Я еще чуть-чуть проверили, насколько хорошую броню я поставил на этот мотоцикл. Да и свою броню тоже бы протестировали. Ой. Ах, ядреная кочерышка. Тут бы знаки ставили. А вроде у меня какой-то мотоцикл здесь стоит в гараже. Я не уверен. Я не уверен. Нет, я не про этот. А, нет, смотри-ка, ничего нет. Ну ладно, будем надеяться, что этого мотоцикла хватит, чтобы пройти эту гонку. Так что давайте сейчас покемарим. А, опять не туда побежал. Вот честно скажу, вот этот дом мне не нравится. Кроме шутки, он, хотя дом Майкла мне еще больше не нравится. Но тут расположение спальни здесь, конечно, какое-то очень странное. Точнее, не так. Сам дом-то мне нравится. Мне нравится, как здесь расположены все эти двери, выходы и так далее. Я никак почему-то интуитивно не могу в нем сосредоточиться. Найтись. Так, ну что, сколько время? Эй, время? Да блин. А, 0.50, нормально. Помчались. Да фиг с ним, с этим ограблением. Никуда не денется ваше ограбление.
Дайте мне закончить эту несчастную гонку и купить ребятам все, что необходимо. Ограбление, ограбление. Шмограбление. Можно было, конечно, наверное, купить какой-нибудь мотоцикл. Франклин, не выпендривайся, один шлем. Вот так. Голова у тебя одна, как говорится. Ничего хорошего, того, что там появится шрам лишний, не будет. Или вообще лишняя дырка. Ты не Тревор. Ты адреналин во время полета включить не сможешь. Хотя я тоже ни разу не ухитрялся. Кстати, неожиданно реально пошло в голову идея. Чушь, это Тревором. Тревор реально эскейпить можно таким образом. Ну, врубать спецспособность во время какого-нибудь очередного незапланированного шандараха. Нет, ну вроде скорость вроде бы норм. Фу! Это было опасно. Ну просто сейчас разбиться совсем не вариант. То есть я сейчас разобьюсь, это же больница, ну, то есть совсем разбиться, я имею в виду. Это же больница, и все, и опять считай, гонка провалена. Дурацкая гонка какая-то. Я не знаю, то ли у меня как-то здесь не очень я заточен под мотоцикл. То ли там действительно какой-то первый мотоцикл слишком перекачанный. Ну, это как, знаете, гонки в Сан-Андреасе в свое время были мотоциклетные. Там тоже к ним привыкнуть нужно было. Там сходу, по-моему, ну, по крайней мере, из моих знакомых, сходу никто толком ни одну не проходил. Ну, нет, одну там или две, может быть, но не больше. Там просто нужно было привыкнуть к тому, как эти психи себя ведут на дороге, и насколько им вообще на все плевать, соответственно, ну, как бы понять, как это все происходит, только после этого они проходили. Здорово, ребята, это снова я. Конечно, можно было бы приехать... перестрелять их всех, спереть какой-нибудь мотоцикл у них. Но вроде у них, я не уверен, конечно, Пагаси, Бати. Вроде у них, по крайней мере, по форме очень похожие мотоциклы на мой. То есть, что ты делаешь, а? Ну что, ну чего ты? Вдруг с одной стороны вроде похоже, а с другой... Ну ты проблема, что только похоже. Хотя вот... Ты что, из... Ты серьезно, Франклин? Это что сейчас вообще было? Зараза! Не, ну вы видели, что он исполнил? Видите, перевернулся и улегся. Ну это я тут разогнался. Блин, а ну вот эта гонка, я не знаю, она для меня прям испытание испытаний. Давай ты еще мне поперек дороги будешь вставать, козлин. Ой, рано включил. Мне эту способность надо включать не здесь. А вот здесь. Да, это место очень неприятно для меня. Я лечу прям туда, куда надо, да? Блин, я не хочу... Слушайте, ну серьезно, если я опять сейчас проиграю, это будет уже... верх идиотизма, блин. Какой-то. Просто уже реально. Это будет что-то очень странное, блин. Так, сосредоточиться, сосредоточиться. Я очень много болтаю, из-за этого выбиваюсь из... выбиваюсь из ритма. Это неправильно. Надо следить, куда ехать. Вот, в прошлый раз я тут срезался, блин. Так по-идиотски, перед самым финишем. А ну помните, кто смотрел. Обыдно было, шо пипец. А главное, реально, он настолько... Да. Нет, нужно просто экономить мою спецспособность. Для точек определенных. То есть вот для этого проезда по аллее здесь в обязательном порядке ее надо брать. Сейчас вот. Ну что, ну его нафиг, блин. С этой дурацкой аллеей. Не везет мне что-то здесь. Так что полетели лучше на спецспособности.
уже кончилось. Красавчик. Без этого никак не мог, да? Сам ты дебил, блин. Что называется? Он прозвучал как дебил. Понятно, что он мне это сказал. Так, не расслабляться. Не расслабляться, не расслабляться. Не расслабляться. А то я сейчас знаю. Вот, пожалуйста. Я же говорю... Ху! Блин! Я мог сейчас продуть. Увидели, да? Летел куда-то немножечко не туда. Никаких повторов. Ну его нафиг. Все. Пока-пока. Фу. Аллилуйя. Эй, красивая. Поехали кататься. Эх, не хочет. И что у нас теперь? Что у нас теперь? Давайте все вот это вот выкупим. Ну и отлично. Прошли мы эту странную гонку, блин. Аюшки. Хау, что происходит? Ты выигрываешь все подряд, вот что. Может, и другим дашь победить? Ты ведь сам меня подначивал? Да, и теперь я потом жалею. Нет, серьезно, ты реально меня поразил. Мы еще увидимся. Надеюсь, что нет. Мне, честно говоря, уже поднадоели эти ваши гонки. Откровенно говоря. Нет, 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 нет. Давай без фыр-фыр-фыр. Я слышу, как там лопастями работает вертолет. Купить место на пристани за 75 тысяч. Да. Бла-бла-бла-бла. Зачем ты меня все время опускаешь вниз? Куды? Слушай, я знаю, что у тебя не хват... Так. Можно всплыть. Нашел, где плавать, блин. Я знаю, что у тебя дыхалки не хватает. Ну, блин. Добро... Добро пожаловать в яхт-клуб Лос-Сантос-Марина. Ваша сделка, как я обещал, в нашем эксклюзивном комплексе завершена. Вы можете бла-бла-бла, но это мы все читали. Да. Так, ладно. Отвлекают, отвлекают, отвлекают. Шлем одень. Вот так. Сейчас, минуту. И я снова с вами. Мы поехали покупать... Нет, не яхту. Топку яхту. Топку яхты никогда не понимал смысла их покупки. Они большие, занимают много места, очень дорогие. В общем, никогда не понимал смысла. А вот вертолет это интересней, мягко говоря. И практичней. Ой, да ладно, что подумаешь, первый шлагбаум что ли сбил. Это что ты, Тревор, не видел, как приедет. Так, вертолетная площадка за 419-850. Подтвердить. Здесь будут сказать вертолеты, бла-бла-бла. Вы купили вертолетную площадку. Та-та-та-та. Поехали дальше. Шлем, Франклин, шлем. Молодец. Понаставили шлагбаумов, блин. Так, и последний у нас это ангар. А сообщение от площадки о том, что вы стали счастливым владельцем, бла-бла-бла и все такое. А? Где оно? Где мое сообщение? Почему меня не поздравляют? Где цветы? Где розы? Где восхищение? Кошмар. Не, ну вы видели, да? Это все потому, что Франклин, простите, не того цвета? Вы это хотите сказать? Поэтому вы никто не поздравляет. Малькольма поздравили. Ах, вы нехорошие люди. Да это расизм. Все. Хана вам. Франклин вас найдет. А, испугались? Вот так вот. Стоило упомянуть слово на букву Р. Сразу все испугались. Так, только представьте, мистер Клинтон, наш сделал площадке, бла-бла-бла, но это мы все читали. Ну, блин, ну неужели для разных был персонаж сделать разные сообщения? Ну что, так сложно, что ли?
конце-то концов. Ну, мало ли. Купить ангар за 1 лям 378 600 долларов. Да. Да. Но все-таки реально странно. Сообщения все технические. Уж такие покупки, скажем так, не дешевые, будем честны. Могли бы как-то и расстараться для каждого клиента. Типа, здравствуйте, по имени, отчеству, там еще как-нибудь. Еще что-то. Шлем одень, морда. Я же за тебя беспокоюсь. Так, слушайте, ну что у нас тогда получилось? А, стоп, нет, у нас еще вот это осталось. Это тоже Франклина. Да-да-да, чуть не забыл. Так, да. Это тоже Франклину. Почему Франклину? Да фиг знает, он у нас стрит-рейсер. Точнее, даже не так. По логике, ну как бы, хотя, да нет, все-таки получается ему. Но он же владеет этим гаражом по эвакуации машин, так что в принципе по логике и бизнес с разбитыми тачками тоже как бы к нему. Ну плюс он гонщик, все-таки у него есть способности. Что, че, куда? Все-таки гонщик. Ну фиг знает на самом деле, не знаю, как-то у него, я больше отталкиваюсь именно от того, что у него есть бизнес по эвакуации машин, вот только поэтому. А так бы я, может, бизнес с разбитыми тачками Тревору отдал, может быть. Хотя нет, Тревор у нас барами пусть владеет. Хотя Франклин тоже не дурак залить за воротник. Я когда, во время паузы, когда в это, с биржи тут развлекался по полной программе, абсолютно все переходы у Франклина были. А, пока, чувак, все, я больше... Чё? Оу. Три. Пора валить. Ох, красиво получилось. Красиво в подворотню соскочил. Ну здесь, да, тут есть где прятаться. Тут много всяких проездов. Ничего, вроде ушел. Вроде бы даже куда-то ушел. Давайте тут постоим. Теоретически должна отстать. Теоретически. Вот здесь реально как в Most Wanted, или как в какой там части была эта тема с спрятками, когда были прям точки, где можно спрятаться, чё честно, Need for Speed. Не хватает таких вот моментов. Ой, ты чего? Что за... Что за невидимая стенка? Тихо, тихо. Забавное место. Пустое, но забавное. А, спранк. Ладно. Блин, убил двоих чуваков за 3000 баксов. А ну ёшкин кот. Да, такое себе. Кстати, Франклину стоп, действительно. Ему же еще оружейку надо заскочить. Точно-точно. Как я мог забыть. Вот сейчас хорошо, на самом деле, что это вооруженное ограбление мне нарисовалось, потому что я вспомнил, что Франклин у нас не затарен. А? О, с добрым утром, блин, проснулись. Я ж просто забыл, блин. Первый класс, здравствуйте, позвонок. Ну, все то же самое, что и у Майкла. Ленивая жопа, а? Торгуют таким, блин, такой недвижимостью. Че, вообще никого? А поздороваться? Свалка машин, стоимость 275 тысяч, еженедельный доход 150 баксов за каждую уничтоженную машину. Вот это я не очень понимаю. Уничтоженную? В смысле, прям взорванную машину, что ли? Че-то как-то это... Видите, написано уничтожено. Ну, не знаю. А то еще и менеджер отсюда звонить будет. Сейчас зашибись, блин. О чем будет отсюда звонить? Че он меня тут будет спрашивать? Ладно, дела. Сам будешь улаживать. Шлем одень. Ты твой в корень.
Так, у нас тут где-то оружейка была поблизости. Вот, да. Последний штрих нашего Франклина. Затарит его оружием по самое неболусе. И прокачать это оружие. Да-да. Мистер Андерсон. Добро пожаловать на свалку, мистер Клинтон. Меня зовут Уэсли, я руковожу работой на свалке. Честно скажу, выбрали сам подходящий момент, чтобы войти в этот бизнес. Экономика и автопром сейчас в жопе, так что переработка утилей — это золотая жила. Если мы сможем немного укротить местных бандюков, которые постоянно нас нагревают, то складим огромное состояние. Ну ладно, сейчас не время говорить о проблемах, будем заниматься им по мере поступлений. С лучшим пожеланием, Уэсли. Не, ну насколько я знаю, такие виды деятельности всегда, скажем так, не то чтобы в плюсе, но в пределе. Потому что что... Мусор есть мусор, как говорится. Уж чего-чего, а мусора человечество производит в огромном количестве, с избытком и только-только в путь. Так, да подожди ты со своим ограблением, что ты пристал. Так, стоп. Ох, здорово. Сейчас затаримся. Ой, сейчас затаримся. О, кстати. А кто это меня покопать успел? А, я же падал. Точно, точно. С мотоцикла-то. Кто стреляет, а? Жалко, броня не останавливается этой штукой. Так. Ага. Все. Лучше ли... Ну что? Начинаем с пистолетов. Так, так. Патронов побольше. Чё-то их тут всего. Даже тысячи нет. Даже двух. 2000 патрон сам то. Для пистолета. Вот так вот. Отлично. Вот так. И платиновая расцветка. Дальше. Пистолет. Чё тогда купим? Магазин большой емкости. Фонарик, глушитель. Платина и жемчуг. Красота. Дальше. Карманный пистолет. Еще патронов до 3000 доведем. Так, магазин большой емкости. Гравировка. Ой, господи, какой кошмар. Ладно, пусть будет. А, пистолет. Ну здесь... А, Юсуф Амир. Не, отстань, Юсуф Амир. Так, боевой пистолет. Магазин большой емкости. Фонарик. Глушитель. Юсуф Амир идет нафиг. Платина. Мне очень нравится платина. Докупаем еще патронов. Так, дальше. Бронебойный пистолет. Ну здесь, по-моему, все. О! О! А у меня зеленая стоит, да? Слушай, а пусть. Панты, панты. Патронов нафиг. До 5000 докупаем. Все-таки пистолет автоматический. Так-то. Так. Шокер. Платина. Тяжелый пистолет. Магазин. Так. И так. И патронов еще больше. Кошмар. Уже 6000 патронов. Ну я совсем псих. Так, это что? Малый ПП. Берем, конечно. Патронов еще больше. Нафиг, до 8000 сейчас доведем. Какого хрена? Пусть будет 9999999. Ну вы знаете, в общем, это число замечательное. Ай, не получается 9-9. Обидно. Платиновая расцветка. Так, мачете берем. Молоток берем. Дубинку берем. Кастет берем. Какой балласт? Вы что, с ума сошли? Король. Любовник, игрок. Король. А где этот Грув Стрит? Какого хрена? Ловчила, скала. А, пусть будет ненавистник. Не знаю почему. Бутылка, кавалерийский кинжал, ножик. Все взяли. Так, теперь здесь. Поехали. Юсуф Амир, отстань. Патронов максимум. Понял. Микро ПП. Нет, Юсуф Амир, отстань. Так, парашют. Основной парашют есть. Резервный парашют есть. Понятно. Дробовик обрез. А, тут только эти. Тут только покрасить можно. Ну, фиг с ним тогда. Так. Обычный дробовик. Глушитель. Юсуф Амир, отвяжись.
Докупим немножко патрончиков. Лишними точно не будут. Вот так. Это наш что, штурмовый дробовик? Угу. Еще патронов докупим. Лишними никогда не будут. 3000 патронов, с ума сойти. Вот так вот. Дальше кто у нас? А что этого нету? Интересное кино. Так, здесь у нас только патроны, да? Давайте автомат. Не, автомат по умолчанию надо патронов до хрена. Просто 9-9. Ну, вы знаете, в общем-то, замечательное. Прекрасное, я бы сказал, число. Давай, 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 давай. Ну да, пошел я нахер с этим числом, да? Как обычно, блин. Так, здесь у нас. О, глушители нет. А почему? Почему? Патронов максимум. Так, тут, по-моему. А, нет, смотри, кто лучше гравировку по дереву. Давайте сделаем. Патроны. Чё так мало? Да. Так, 2000, ну, думаю, хватит. Так, здесь у нас что? А здесь, кстати, все и есть, да? Розовая. Господи, боже мой. Ну, давайте до 3000 доведем. Чем больше патрон, тем лучше. Так, 2800, 2900, давайте 3300. Большое счастье тракториста. Так, пулеметик не желаете? О, берем. Ну, в пулемете патрон должно быть, да. Ну, больше, но больше не получается. Так, магазин, прицел, Юсуф. Отстань, Юсуф Амир. Ладно. РПГ. Так, патрон на максимум. И пусть будет платиновый. Не знаю, она мне нравится. Просто нравится. Рукоять, фонарик, прицел. Платиновая расцветка. Пулеметик. О, да. Этот дядя заставит подумать о своей жизни кого угодно. Ай, красота. Это единственное, по-моему, оружие, которое позволяет купить все патроны. Так, пистолет, пулемет. Да. Патронов максимум. Берем. Патронов. Так. Давайте до 4. До 4000 доведем, фиксим. В конце концов, кому когда мешали лишние патроны? Никому никак. Так, подождите. Да, вот так. Тут эта штука почему-то не ПП Гузенберга. Интересно, что это такое. Звание знакомое, но так не помню. Гравировка по металлу. Ну давайте, пусть будет. Патронов по максимуму. Так, тяжелый дробовик. Да. Да. Патронов еще больше. Раз такой дробовичок дали, патрон должно быть больше. Хотя бы 5500. Ну хотя бы. Вот так вот. Так, патронов. Да. Стань, Юсуф Амир. Ой, а что-то так мало патрончиков. Почему только 3000? Не порядок, что это такое? У нас должно быть минимум, ну сколько, ну 5500 тоже, да? Ну давайте, 5500 пусть будет. Ох, красота. Отлично, так, это что у нас? А. Патроны. А, ну патроны из той же серии, да? Так, подожди, это здесь все, да? Так, здесь купили. А, всего 10? Ну, блин. Пистолетик берем, тут тоже. И ПОС. Только что открыли, да? Какая прелесть. И патрон максимум. Опа. А здесь что-то еще должно быть. Берем. Максимум. Максимум. Всего 25. Какой кошмар, а? Сиджей крутится просто там, где он не находился. Ай, красота. Ну все, Франклин просто... Франклин просто красавчик.
Кто там все стреляет? Шлем одень, красавчик. Вот так. О, и будильник. Слушайте, отлично на самом деле. Сейчас тогда, да, следующим заходом мы переходим на Тревора. Закупаем все, что осталось. Также его затариваем всем необходимым. Ну и дальше по заданию. А пока что перекурчик.